Больше спорта. В гимназии номер 41 прошел спортивный праздник. На нем торжественно открыли новые площадки для командных игр. Как школьники оценили физкультурные сооружения, расскажем в сюжете. Педагоги 41-й гимназии и такое могут. На собственном примере показывают детям, как важна спортивная подготовка. Ученики занимаются физкультурой два раза в неделю. Любимое школьное состязание – футбол. В него играют и мальчики, и девочки. Новое футбольное поле оценили со знанием дела. Да, я видела. Он очень красивый, мне он понравился. Потому что в нем хорошее покрытие искусственной травы. Будет удобнее играть в футбол. Я люблю играть в футбол. Можно теперь каждый день и всегда идти на тренировки по футболу. Мне нравится еще баскетбольная площадка очень сильно. Потому что я очень люблю играть в баскетбол. Раньше там был разбитый асфальт, а сейчас там очень хорошее покрытие. Помимо футбольного поля на школьном стадионе появились баскетбольная и волейбольная площадки, а также зона для воркаута, где дети занимаются физкультурой в учебное время и упражняются на гимнастических снарядах после уроков. Реконструированная спортивная площадка даст возможность заниматься еще больше и еще лучше спортом. А спорт – это ваше здоровье, это залог успеха во всем. Желаю вам всем спортивных побед! После торжественного открытия ребята вместе с представителями администрации округа проверили новый стадион в деле. На футбольном поле и на баскетбольной площадке прошли первые матчи школьных команд. Здесь была старая хоккейная коробка, ну, которая без покрытия была, просто бетонное такое ограждение было. Ну а теперь появилось новое спортивное ядро. На этом не останавливаются. В планах построить на территории гимназии полосу препятствий, чтобы все спортивные испытания школьникам были по плечу. Анна Слояковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.